Она не в состоянии сражаться. Все верно. У нас нет времени. Продержись до нашего возвращения. Рад, что вы в порядке. Да, да. Тоже рад тебя видеть. Ну и дыра же тут. Твой план сработал. Что, последуешь за Со? Что думаешь о плане Со? Он ввязался в заведомо проигрышную битву. Сомневаюсь, что помощь Вуки его единственная цель. Мне кажется, ему можно доверять. Может быть и так. Но он явно чего-то не договаривает. И помни, Империя ведет грязную игру. Осторожнее там, на заводе. Спасибо. Буду иметь в виду. Я занят. Надо придумать, что приготовить. Знаете что-нибудь о партизанах? Только слухи в континах, но ничего существенного. Радикалы. Империя вроде назначила награды за их головы. Мне надо переживать? Ха, сомневаюсь. В зонах военных действий с этим туго. Да и слухам верить не стоит. Думаешь, инквизиторы смогут нас найти? Шанс есть. Будем надеяться, что нет. Мы еле добрались. Мы не могли оставить партизан и Вуки умирать. Кэл, твои намерения похвальны, но не все в твоей власти. Мы делаем то, что от нас зависит, не больше. Будь осторожней. Могут быть запасы. Ты в порядке? Я в норме. Фух, пронесло. Да, пара царапин. Ерунда. Не пугай меня там. Продолжим поиски. В этом корыте может быть что-то полезное. BD-1, сюда. Мария обозначила на карте их гарнизоны. Имперцы не успеют выслать подкрепление. Все будет хорошо. Если сделаем все быстро. Были передряги и похуже. Я уважаю этого человека, но нам предстоит необычная стычка в лесу. Надеюсь, мы готовы. Снова сканируешь? Должен быть на другом конце траншеи. Похоже на верстак.
Какое напряжение ты выдерживаешь? С таким трансформатором ты сможешь замкнуть имперское оборудование. Попробуем. Помоги мне, беди. Спасибо тебе. Thank you.
Понадобится помощь. Отличная работа. Давай разряд. Иди сюда, беди один. Впереди смолоперерабатывающий завод. Что империя делает с древесной смолой? Ничего хорошего. Они создают из смолы сильнодействующую смесь и, похоже, расширяют производство. Остановим их. Таков план. Мы не знаем их цель, но силы врага слишком растянуты. Добытая карта это доказывает. Держи, приятель. Эти заводы также выполняют роль ужасных тюрем. Мы используем эти резаки, чтобы отвлечь внимание. А ты возьми свой меч и освободи находящихся там вуки. Нам понадобится их помощь, чтобы остановить империю. Понял. Будь поосторожнее. Слышал? Он сказал, нужна моя помощь. Пошли.
Смотри, включился один из рюкзаков. Тони проводит какие-то учения? Может быть. Думаешь, нам стоит об этом доложить? Это будет нарушением протокола. Если там что не так, должен сообщить их отряд. Да, лучше держаться инструкций. Видишь что-нибудь? У нас здесь нарушитель! Хорошо. В атаку! Держим дистанцию и ведем огонь! Смотреть в ад! За это мы тебя убьем! Внимание всем подразделениям! Мы потеряли связь с бойцами на грузовой площадке 119 Грек. Я убью его! Да, хорошо. Достать, недомерка! Молодец. Осторожно! Пусти меня! Джедай! Для этого меня и готовили. Я не проиграю! Я не победим! Кажется, ты в ловушке. Сейчас разберусь. Впервые вижу такого штурмовика. Тебе нужно освободить муки. Не останавливайся, джедай. Вентиляция открыта. Вперед! Тесно. Да, иди. Кто-нибудь, убейте его! Пламенные жуки! Они лезут сквозь стены! Огонь по гнезду! Там, наверху! Так точно! Тебе не выстоять против нас! Стим! Стим!
Да! Расправимся с ним! Все союзники мертвы. Нашел что-нибудь? Поможешь, BD-1? Ты точно хочешь подключиться к этой штуке? Ладно. А, там можно срезать. Вот почему ты хотел сдвинуть эту штуку. Ты не подозревал об этом, да? Ты просто хотел включить резак. Передал. Они наступают. Это конец. У нас хоть преимущество в высоте. Что это было? Еще один резак потерян. Работающий резак рядом с тюремным блоком. Нужна помощь. Он пробивает дорогу и все крушит. Как ты подходишь? Продвигаемся. Ладно, ты... Нужно держаться подальше. Нет бойцов ближнего боя. Значит, ничто не помешает. Вы
там еще живы? Пока да. Почти добрались. Хорошо. Имперские сигналы тревоги раздаются по всей планете. Если ты не доберешься до пленников... Мы справимся. Я обещаю. Не двигается. Джедай вот-вот будет здесь. А наше подкрепление? Отступает. Отступаю! Здесь нарушитель. Подтверждаю. Союзник. Остановите его, наконец! Думаешь, ты крутой? Теперь ты будешь иметь дело со мной, джедай. Необходима энергия. Стражи нет. Эй, мы вас освободим. Помощь рядом. Спасибо. Помочь. Кто готов навалять имперцам? Хорошо, поможем этим вуки вернуться в строй. Отлично, джедай. Закрыто намертво.
ошейник Вуки рабыни. Спасибо. Это путь в теневые земли? Должен же быть способ пройти. Ты прав, мы не можем обыскать весь лес. Лучше вернуться к Со.
Все впереди. Мы совсем рядом. Получается, они отступают! Так держать, их недолго осталось! Вставайте! Атакуй цель! Ты ничего не добьешься, джедай! Ладно. Что там, BD-1? Тут заперто. Идем. Кажется, нужна помощь. Что нашел? Темнит там! Без звуки нам не справиться! Скорей! У них подкрепление! Пошли, пошли! Дверь заклинила! Не поддается, мы в ловушке! Нужно вытащить их оттуда. Нам нужны вушки, иначе не победить. Мне это не нравится. Защищайся! Нельзя быть настолько быстрым! Целостность нарушена. Стреляем, не двигаемся! Осторожно, он беспощаден! Сосредоточить огонь! У меня получится! Я покончу с... На крышу!
поднято. Нападаем! Сканеры отказываются. О, это... Мы поможем. Это было тяжкое время.
Мы потеряли многих. Близких. Родных. Из-за империи. Мрачное время. Но вера не угасла. Огонь не угас. Джедаи еще живы. Мы еще живы. Кашик еще будет наш. За свободу. Что империя сделала с Кашиком. Эта история повторяется по всей галактике. Нам, партизанам, не помешал бы друг джедай. Я польщен. Но у нас своя миссия, и я не могу отступить. Пока. Предложение в силе. Не забывай. Кэл, я Мари Касан. А это командир Чойсик. Прости, я плохо понимаю. Чойсик говорит, что сделает все, чтобы найти Тарфула и поручиться за тебя. Думаешь, он все еще жив? Верь, Кэл. Мы будем на связи с твоим кораблем. За наше дело. Знаешь Тарфула? Он был в отряде Тарфула. Но его схватили. Тарфул не может рисковать другими, чтобы спасти его. Он был на заводе месяцы. Чойсик поможет найти Тарфула, но тот постоянно в движении. Потребуется время. Большего я не прошу. Спасибо. Похоже, Со готов пойти на что угодно. У него, конечно, особый подход. Но времена сейчас отчаянные. Нам нужны лидеры вроде Со. Даже если на кону жизни? Кто-то должен дать отпор империи. Почему не мы? Я восхищен этим. Значит, у нас есть что-то общее. Доброго пути, Кэл. На связи. Рад, что нам удалось помочь Вуки. Освобождение угнетенных. Вот откуда черпаются силы для продолжения борьбы. Каждая смерть, каждая безвыходная ситуация порождает бойца, который не боится проиграть. Больше таких, и мы победим. Вы так долго сражались. Чему война вас научила? Общая трагедия объединяет людей. Чем больше у нас отбирает империя, тем сильнее мы становимся. Каждая несправедливость побуждает других присоединиться к нам. Сообща, мы победим. Как сегодня. Спасибо. Получилось. Мы были на волосок от провала. Без твоей помощи будет сложнее. Знаю. Но не могу отказаться от своей миссии. Понимаю. У меня есть сведения, которые могут пригодиться. Несколько оборотов назад мои люди обследовали покинутую деревню Вуки поблизости. Следов Тарфула не нашли, но мы узнали, что самый безопасный путь в Теневые Земли лежит через этот завод. План эвакуации на случай, если все пойдет наперекосяк. Верно. Когда будешь готов отыскать Тарфула, воспользуйся этим путем. Спасибо.
Я прослушивала переговоры имперцев и кое-что узнала. Возобновлен проект Бур. Вероятно, Империя вот-вот обнаружит еще одну гробницу Зефа. Похоже, у нас еще много работы. Думаешь, что и другие будут в порядке? Всегда остаешься оптимистом, да? Эй, спасибо за все. Эй, Цере. Кэл, рада, что ты цел и невредим. С нами связалась Мари Касан. Мы знаем, что ты не нашел Тарфула. Обожаю, когда мы впустую рискуем жизнью. Это чудесно. Не впустую. Мари и Чойсик прорвутся. Мне нравится твой оптимизм. Он бы нам всем не помешал время от времени. Эй, я тоже верю в свет в конце туннеля, который я увижу, если умру. Ты отлично справился, Кэл. Хоть мы пока и не нашли Тарфула, но ты спас многие жизни. Помни об этом. Спасибо. Поговорим позже, Кэл. Просто дай знать, когда захочешь лететь. На Зефа сила явила мне кое-что. Воспоминание кого-то по имени Астар. Мой супруг. Он отвлек штурмовиков, чтобы мы с дочерью сбежали. Нрав у него был горячий. А он... Да. Я нашел его тело. В глубине души я надеялась, что он жив. Я сожалею. Не стоит. Я рада узнать правду. Ты в порядке? Я получила зашифрованное сообщение. Отцо? От отца. Моя дочь добралась до Чандрилы. Она спасена. Чудесная новость. Лучшая новость с тех пор, как я здесь. И все же тяжело быть вдали от нее. Не дадим Империи уничтожать миры. Что там? Иди. Прекрасно.
Куда летим? Возвращаемся на Зефо. Назад на Зефо, а? Имперцы могли найти гробницу Зефо. Нельзя терять время. А, жаль. Один из бойцов СО говорил об игре с высокими ставками. Кредиты лишними не бывают, верно? Ставки? Грис, одумайся. Недалек тот день, когда сброд Гаксиона выйдет на тебя. Ха, эти оболтусы! Да я их за целый парсек учу. Твое увлечение ставками не должно создавать нам проблем с преступными синдикатами. Ты права, я знаю. Просто хочется иногда избавиться от стресса, понимаешь? Но это все в прошлом. Я уверен, проблем не будет. Так, парень, садись, мы почти на месте. Нас ждет долгое путешествие. Эти древние гробницы не простояли бы столько, если бы их легко было найти. Я жажду принять этот вызов. Это заметно. Я рада, что ты веришь в то, что мы пытаемся сделать. И всегда верил. Я верил в силу с тех самых пор, как стал юнлингом. Имена в списке — это проверка. И я верю, что добьюсь успеха. Мне нравится твоя уверенность. В этом путешествии тебя ждут испытания, с которыми ты еще не сталкивался. Я понимаю. Думаю, я готов. Мы будем рядом, Кэл. Родная планета Зефа. Кордова, должно быть, провел здесь много времени. Кордова всю жизнь изучал историю галактики в самых разных местах. Он брал меня с собой в несколько экспедиций. Было познавательно. Он действительно верил в прошлое? Он верил в будущее. Но будущее без прошлого невозможно. Есть что-нибудь? Ничего нового. Все очень рискованно. Не думаю, что у нас есть выбор. Выбор есть всегда. Но те, чьи жизни Империя разрушила и подчинила себе, рассчитывают на нас. На тебя, Кэл. Я знаю. Рад, что могу положиться на вас двоих. И мы не подведем. Нужно поддерживать друг друга. Это единственный путь к победе. Здесь можно многое узнать. Удачи. Они наращивают силы. Вы с Гризом в порядке? Беспокойся лучше о миссии, а я прослежу, чтобы они нас не нашли. Справимся. Поймаем его! Кто-нибудь, убейте его! Нет!
Сделаю. Он всех убьет? Попал! Нет! Попадание! Меня ты не убьешь! Враг внизу! Назад! Я с этим разберусь! Мне не нужна помощь, чтобы убить тебя! Мне как-то нехорошо, Биди.
Огонь по врагу! Быстрее атаковать его! Помоги мне, беди! Этого я не ожидал. Это огромная статуя Зеппа. И я подумал, что внутри будут их же вещи. Щуп-адаптер? Да, ты прав. Я думаю, что смогу заменить его этим. Давай тебя подлатаем. Как? Хочешь испытать? Спасибо, беди. Что ты делаешь внизу? Молодец, беди. Твою магию, беги. Что бы я без тебя делал?
вижу тебя там, внизу. Здесь что?
не хочешь проверить? Посмотрим, что ты нашел. Можем взломать эту штуку. Вот так. Эй, Биди, смотри тут. Посмотрим, что ты нашел. Думаешь, Грис делает ставки на успех нашей миссии? Кэл, я за него ручаюсь. Тебе не о чем беспокоиться. Надеюсь на это. Когда я встретила Гриза, у него были большие долги перед сбродом. Я выплатила их. Все. Я думала, что все. У всех свои проблемы. Да, наверное, это так. Подсказки Зефа могут быть где угодно на планете. У нас много дел.
Здесь тоже нет штурмовиков. Видимо, ушли на поиски гробницы. Это хорошо, но в пещерах их будет полно. Сделаю, что смогу, чтобы отследить их. Есть в этом что-то странное. Империя не сдает позиции. Знаю. Согласна с тобой. Будьте начеку, ладно? Ты тоже. Никак не откроется.